Всем привет! Январские выходные подходят к концу, а вместе с ними и плюсовая температура. В этом году нас ждут настоящие рождественские морозы, о которых сейчас расскажу. В субботу, 7 января, весь день будет стоять ясная погода. Температура воздуха днем составит минус 16 градусов, а ночью минус 19. В воскресенье 8 января аналогично. Мороз и солнце без осадков. Днем столбик термометра покажет минус 15 градусов, ночью минус 19. Есть народная примета, что если на Рождество ударили морозы, холодно будет и на крещение. Берегите себя и одевайтесь теплее.